Всем доброе утро, дорогие мои. По просьбе моих зрителей в Ютубе, вот, ТикТоке, хочу сказать, что я еще и успешный ТикТокер, хотя мне 61, я вам молодым еще фору дам, вот, но и многим хозяйкам тоже расскажу секрет, как я умудряюсь делать торт Наполеон. Очень легко и быстро и дешево. Вот я такое тесто покупаю. Оно здесь везде продается. 20 листов здесь этих. Вот. У меня уходит 10 листов. То есть я из одной пачки делаю 2 торта Наполеон. Вот. Запекаю эти коржики в духовке. И, пожалуйста, потом кремом. Вот такие они это. Вот так они. Вот. На этом месте вот потом отрезается на две части. Потом раскатываю. Потом запекаю в духовке. И у меня получается уже готовый коржик 10 штук. Вот. А тут 20, как видите. Вот. Вот такие дела, милые барышни. Вот. Конечно, фотошоп, там, красоваться в Фейсбуке, показать себя, вот, накраситься. Это хорошее, конечно, дело, но готовить тоже, извините, надо знать. Вот, я сразу хочу сказать, что вот на все это уходит, на один торт Наполеон уходит всего средства. Это 25 лир, например, на 2 торта. Вот и считайте, крем-мрем, у меня один торт обходится минимум 25 лир. При цене 250-220 лир сейчас выставляют наши девочки на продажу. И в Фейсбуке, и везде. Да и здесь тоже они очень дорогие. Учитесь жить, ребятки. Но это не значит, что дешево это самое плохо. Наоборот, будет еще вкуснее, полезнее и приятнее.